Ученики приехали со всего региона. Это гордость школ, отличники, победители олимпиад, спортсмены, музыканты и танцоры. Они прошли через центральную улицу краевой столицы, и на площади перед зданием ЗСК их встретили представители властей края. Вчерашние школьники подготовили 15 танцев. Это вальс, танго, твист. Впервые в этом году прозвучали народные кубанские, еврейские, армянские мелодии и ритмы других народов. Смело идти к своей цели и выбрать правильный путь в жизни им пожелал глава Кубани Вениамин Кондратьев. Я верю, очень верю, что вы сможете сделать прорыв во многих отраслях нашей экономики и науки. Нашему краю, нашей стране нам нужен ваш талант, ваше умение, ваша активность, ваш острый ум. Мы ждем от вас открытий и новых прорывов. Любой, даже самый большой мир, и тем более огромная наша страна, начинается с малой родины. И мы всегда вас будем очень любить и ждать. Будьте яркими и успешными. Ваше время пришло в добрый час, дорогие наши выпускники. Вам спасибо. Мы на вас надеемся. Вы сегодня такие молодые, красивые, одухотворенные. Мы смотрим на вас с надеждой и верим, что с такой молодежью наша страна и наша родная Кубань станет не просто прекрасной, а великой. В добрый путь! Дорогие друзья. Среди учеников давно существует традиция сфотографироваться с губернатором на этом празднике. В этом году сделали не просто снимок, а видео-селфи. Не обошлось и без традиционного сюрприза от главы региона. У учеников теперь есть своя звезда на небосклоне. В международный каталог небесных тел внесена запись о присвоении звезде имени выпускники школ Кубани.